Это были 90-е. В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно. Именно тогда она превратилась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. День прокуратуры отмечается в России 12 января. Официальное название профессионального праздника – День работника прокуратуры. В 2017 году он проходит на государственном уровне в 22-й раз. Дата торжества имеет символическое значение. 12 января 1722 года появился первый институт Российской прокуратуры. В праздничный день служащих прокуратуры повышают в должностях и званиях за выдающиеся достижения. Лучшие сотрудники получают правительственные награды, почетные грамоты, ценные подарки, нагрудные знаки, почетный работник прокуратуры Российской Федерации и за безупречную службу. Говоря о прокуратуре в Моршанске, стоит отметить, в ноябре прошлого года был назначен новый прокурор города сроком на 5 лет. Им стал старший советник юстиции Бесчетнов Владимир Евгеньевич. Он занимал должность Рассказовского межрайпрокурора. На сегодняшний день в числе приоритетных направлений деятельности продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.